Так, ставлю я 220. Делаем раз, два. И не бросаем. Еще раз, два. И еще раз, два. Так, что не довыше. Форменные спеть, думаю. Как все это будете? Ну, к концу, к концу. Вы уже сейчас звери, а тогда будьте фурни. Хорошо, раз. Еще разочек. Отлично. Все, отдыхаем. Отдыхаем. Давай-ка. То же самое. Отлично, раз, еще разочек, опа, хорошо, отдыхаем, красавчик, отдыхаем, да. 260 на штанге, на два разика, это будет то, что надо. Отлично. То же самое. Хорошо. Отлично. Ты еще будешь? Конечно, а что я ничего не делаю еще. Давай-ка, зайка. Зайка моя. Твоя очередь. Форменные звери. Ты себе выровнял это? Высоту. Да сейчас, лежа удобнее. Ниже. Ну-ка. Твое дело набычиться. Отлично, пошел, пошел, пошел. Отлично, давай. Пошел, 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 пошел. Хорошо. Еще раз, значит. Пошел, пошел. Отлично, давай, давай. О, все. Ну что, на этом можно закончить. Ой, да? Хорошо. Кончим. Хорошо. Кончим. Ну как сказать, мастер. Или еще? Да нет, ну что еще? Ну, я не знаю. Какие планы? Штаны на поясе подавал. Ну хорошо, так мы. Хары бузить. Хары бузить. А что это вы нагрузили? 300. А, мне еще делать? Да! Что ты, что? Давай, ты 300. Под камеру 300, ё-моё. Как говорят. Невероятно. Под камеру. Самодел под камеру 5 тонн отрывал. Не знаешь, что там. Ну я такого видео нигде не видел. Это какая версия 5 тонн, ага. Ну-ну. Что напустим? На два разика, да? Да. И сегодня мы попробуем с тобой вечерком глянуть. Ну как, взбодрился? Нет. О! А то все один раз. Не в те руки ты попал, да? Не, ну так чтоб ты чувствовал ее. Здесь сколько? 300? 300. И ты колбасил 300, да? Было дело? Было. Было. Отлично. Ну что, зело-мазо?
На что? Больше не буду. Не-не-не. Подожди, отдохни. Не-не. Перемариновали. Хорошо пошло. Хорошо пошло. Хорошо. Прямо все. Для этого мы и занимаемся. Чтоб хорошо пошло. Ну чё? Ну чё? Начинаешь? Давай. Начинается. Надо же это прикрутить, да? Начинает он. Что-то вы спрятали, Геннадий Петрович. А, эту. Да смотри, смотри, вот это оно, да? Да. Прикрути, чтобы не скользило. Поясок. Что-то поломалось. А сейчас хорошо открывалось. Да, открывалось. Там подточили, да? Я подточил, да. Я сама ручка. Что, настроить? Да, настройтесь. Так. И погнали. Здесь на четверку. Туда. На четверочку. Да, а здесь на троечку. Раз, два, три, четыре. Трафан сделали. Здесь там так. А здесь на троечку. Два, три. На эту сторону сразу туда. А ну-ка здесь повыгни. Здесь. Фигня никак не это. Солода. Так. Ну, вроде вот так. Да. Вот. А? Вот. Поехали. Поехали ножками. Отлично. Хорошо. Еще уже ножками. Смотри, чуть-чуть сюда поближе подойди. Чуть-чуть поближе, поближе, поближе. Еще чуть поближе подойди. Так. Не. Да не, ты это не двигай. Ты это самое. Давай, вот, ножками дай. А, ножками. А так ножками я не. Давай. Вот. Давай. Ножками даем. Хорошо. Ну чего, да? Ой, ну чё? Ой, чё-то прям хорошо. Ну ладно, походи. А вот когда правильно делаешь, да, нагрузка сюда идёшь сразу, да? Да, вообще, слушай. Ну чё, нормально. Ай, да ладно. Так, подкинь. Чемпион. Сколько там? Да тут 360. Ну, для тебя это... Замнёмся, да? Так. А когда правильно делаешь? 440. 6. А так что неправильно было, да? Да ты немножко туда ушел, опять ушел туда. Вон Саша, да, вот на третьем стоит. Ну, красиво стоит. То есть ты смотри, видишь, вот на да. Жопу. Видишь, у него жопа пошла сюда. Раз. Еще раз, два. Еще разочек. Еще разочек. Мастерский стоит. Все, хватит. Хватит. Так, к барьеру. Барьеру. Так. Сейчас не делай, я тебя выставлю. Ну вот так же. Ну давай, ты становись, я тебя выставлю. Ножками. Хорошо. Головку поднял. Ножками. Дави. Отлично. Еще разок ножками. Так же. Пошел. Хорошо.
Что-то тяжко. Хорошо, хорошо, ничего. Тяжко. Ничего, ничего, ничего. Блин, как тяжко. Что, пара пальцев, да? Два, блин, навешай. Просто я чем подымал? Телом, весом. Давай, сбивается. Ай, ладно. Сейчас мы поставим. Успокойся. Успокойся, тигр. А осторожно. О, хорошо. Отлично. О, хорошо, еще разочек хватит. Харе. Харе. Снимайте эти блины. Вот это осталось. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, давай. 1, 2, 3, 4. Ни хрена не помогает. 1, 2, 3, 4 сделано. На троечке пойдет. Что-то ни хрена не идет. Давай, так, что вам? Шире вроде удобнее. Подсесть. Натянул. Во, вот сейчас идеально. Во. И начинаем давить. Ножками. Хорошо. Раз. Пошел ножками. Два. Пошел ножками. Вот. Пошел ножками. Аккуратно пускай пошел ножками. Еще разочек ножками. Вот, видишь, вот это движение. Давай, давай. Отдохни. Давай, мы его еще пропустим разочек, да. И потом. Совсем кружочек сделал? Дело. Кружочек сделал и сюда. Совсем другое дело. А, чувствуешь? Нагрузочка пошла. Я. Вот. Давай, блин. Наливается. Вот, наливается. Наливается, как ягодка. Давайте, помогу. Выставил ноги. Позиция. Да. Позиция. Подсел. 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 Натянул. Отлично. Так. И ножками. Пошел, пошел, пошел. Раз. Давай. И надо. Давай. Три. Понял. Четыре. Еще разочек колбасим. Пять. Еще разок колбасим. Шесть. Еще разочек. Семь. Еще разочек. Восемь. Еще разочек. Еще разочек. И еще такая. Ну вот. Да. Красавчик. Хорошо. Все, на этом закончил. Как говорится, ты свою байку получил. Вешаем все блины большие. Согласен. Другое дело, слушай, ну вообще абсолютно. Нагрузка по-другому пошла, да? Совершенно другая игра. Вот-вот. Сейчас сделаешь раз, два, я тебя подбросил.
Еще раз, два, и закончим. Скажите. Красота. Зарядился. Среди бегущих. Хорошо. Раз. Отдыхаем. Тебе надо будет подлаживать под спинку подмышку. Зачем? Надавила тебе спину. И она и повыше будет работать немножечко. Может быть повыше. Смотрел тяжелую атлетику советскую, где еще это Юрий Варданян, тогда подумал о тяжелой весе. Ага. Ой, как интересно смотреть. Ну что, раз-два и отдохнешь, повесим туда больше сейчас как-то. Хорошо. Еще разочек. Пошел, пошел, пошел. Отлично. Хватит. Хватит, 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 хватит. Ух, хорошо. Да, аж станок весь затрясся. На 900 надо уже настроиться. Так. Так, потом взбодриться, настроиться. Не по-детски надо настроиться. Вспомнить мощь предков. Все это подключить. Первый разочек со мной, а второй попробуй без меня. Ну как оно? Великолепно. Ух! Все или еще? Все. Все, да? Да. Хорошо. И все-таки. Ой, сейчас прям как это, легко стало. Легко стало, да? Слушай, ну это еще подходик сделаешь? Ага. Один. Да. О! В субботу ноги делал в зале. Не отошли еще. Ага. Прям чувствую. Разика на 3-4 так это. Ну-ка давай, не пойду в охоточку. Разбирать? Да. Когда будет, ну, ну на очищение собственного тела, это ведические знания, они их сохранили в Индии. Ну и у нас это все знание разбросан, где почистим. Так. Тебе помочь? Не, я вот это сам, когда. Так. Ну, и я вот говорю, очень сильно почувствовал, когда я делаю сам, пусть небольшой вес, но сам и правильно его толкаю. Хорошо. Вот как мы делали на прошлой тренировке. Прям вот выхожу, каждый шаг мой силой наполнен. Только коснусь палочкой, вот если палочку беру там или костыли, сразу боль в ногах отдают. Палочки поднимаю, пошел сам. Все. Боли нет, это нет, ничего.
Отдыхай. Могу повторить этим же весом. Отдыхай, отдыхай. Я тебя снимаю и потом выставлю. Ты не возражаешь? Нет. И выставлю то, что ты мне прислал. Хорошо. Еще раз дай. Дай. Отлично. Все, отдыхаем, да? Два подходика. И еще три сделаем, и будет отлично, да? Хорошо. Да-да-да-да-да. Отлично. И еще раз пропускаем. Пошел. Отлично. Отдыхаем. И голодание сутки для меня легко проходят, сухое. Давим. Давим. Глаза закрыл и давишь. Давим. Пошел. Отлично. Отдыхай. Глаза не закрыл. Пошел. Хорошо. Продавливаешь энергию. Отлично. Еще разочек так же. Дам. Отдыхаем. Ну, еще один подходик. Хорошо. Так же. И еще разочек. Спокойнее. Ну все. Даванул. Как будто выстав на солнце глянул. У меня было такое, что я приболел. Сколько тебе лет? 57. Приболел, а тут на соревнования ехать. Я 3 дня не ел. Приехал на соревнования, а вес у меня не 68, а 62. И силы так вот чувствую, вот. Разорву все, готовился к соревнованиям, заболел в последний момент. А почем соревновался? Под дзюдо. И я в 3 весовые категории записался. В тяжелой, где-то до 85 пошел. В финал вышел. Причем они были сначала тяжелая весовая категория, а я вышел в финал. А потом, когда пошел в свои, там уже до финалов не добрался, 2 третьих места. Иначе. Спинка ровненькая. Ножками. Пошло. Еще чуть больше подсесть. Сейчас, это разминочный. Ноги запустим. Зато чувствуется, что ноги давят. Ножками. Отлично. Еще разочек. Хватит. Не, еще все идет. Пусть сейчас прокачаю. О, так. Прямо пробуй. А здесь до 220 доходили. 160, пройдено, 180. Тоже, возможно, пробный будет. Как это?
Разика 3-4. Ножками? Хорошо. Отлично. Ножками. Еще разочек. Хватит. Ух ты, еще разочек. Вот! На рывочек такой. Как бы рывок. Весело пошло. Ах, хорошо. Туда подседать тогда побольше. Старайся чуть побольше. Ох, хорошо. И после прошлого занятия к вечеру мышцы, ломота в мышцах пошла. Такого у меня давно не было. И жар. Буквально, ну, жар небольшой был по времени. А ломота к утру прошла. Ну, может, во сне там. Потом лучше ходить стал после этой ломоты. Да, да. Вот именно во вторник я встал, то я дня 2-3 отлеживался. Особенно во вторник я не мог. Вот если в понедельник я пришел. После этой ломоты теплоты лучше стал ходить. Да, да? Сразу вот хорошо. По комнате прям аж как бы трусой. Старался быстро ходить. Не просто а быстро ходить. И сразу же пошел в эти крылья под мышку и пошел приседать. И а что, поприседал, на следующий день и прыгать стал. Захотелось, думаю, да, попробую здесь же. Ножками. Отлично. Пошел. Хорошо. Пошел. Отлично. Еще разочек. Пошел, 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 пошел. Хватит. Хватит. 200 было. 220 ставим и заканчиваем, да? Да. И ножками. Ножками. Сильнее подсядь туда. Повтор не захочется. Ну и что-то двинуть надо, наверное, чуть вперед. На большом весе почувствовал, что неправильно немножко, да, стою. Если на малом как-то еще прошло, а здесь почувствовал, что надо. Поглубже постарайся уйти. Теперь спинка ровная. Вот. И ножками. Пошел, 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 пошел. Хорошо, раз. Еще разочек. Так же. Дэм, дэм, дэм. Еще разочек. Дэм, 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 дэм. Ладно, да? Так, на красный? Отдохни. То есть, грубо говоря, если даже чистое все это, день отдыхаешь на голоде, а на следующий все равно делаешь, то есть через день. Надо проверять. Она потихонечку все это туда спускается. Правильно, я понял. Печень работает, она с крови выделяет шлаки и постоянно сбрасывается это, через желчный пузырь. Тонкий кишечник и потихонечку там идет. Ножками.
Даем. Хорошо. Ножками. Даем. Отлично. Еще разочек. Отлично. И еще разочек. Хватит. Хватит. У вас более подробнее. Этот я понимал процесс, но у вас более подробнее так описано. Ну, это не... Или я не обращал внимания. У меня это люди исследовали и все это позабывали, позабрасывали. Тут новые люди пришли, тут понапридумывали что-то. Вот. Важно вот эти процессы запустить, чтобы организм начал работать. Это время. А потом на выходе надо опять развернуть процессы пищеварения. Это тоже время. Глазки закрыл и ножками. Хорошо. Так же. Отлично. Немножко смелее. Вот, хорошо. Немножко смелее. Отлично. Ну что? Да сильно вверх подпрыгнул. А оно ж предел небольшой ударит. И оно обратно. Ну хорошо, видишь как? Проколбасило. Да. Трухануло и в ту сторону тянуло, и обратно рук. Вот так. Вот как такой выбраться. Такая вот. Сверху вниз. Хорошо. По ногам прошло, так приятно. Глазки закрыл. Немножко дальше. Пошел. Хорошо. Еще разочек. Пошел. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Ну и хватит. Хватит. Повешаем еще блинчик. И на этом можно будет и закончить. Так, вот пробило. Поры открылись. Протрусило чуть. Протрусило, да. Как готов, скажешь? Отлично. Хорошо. Немножко смелее. Да, отлично. Еще разочек так же. Пошел. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Еще разочек. Пошел. Хорошо. И еще разочек. Ой, такие образы промелькнули, что они меня рассмешили. Вот это давление в сочетании с образом. Все, я... Вот это нормальное заканчивание тренировки, когда у человека смех. То есть он почувствовал радость от этого. Пропустили энергетику, и вот она такие эффекты дает. Ну что, отдыхаем по домам? Да, все. Что бы ты еще сказал, как-то помогает вот это вот занятие тебе, или нет, или вот насколько помогает, так вот. Ну, твое мнение выскажи. Так внутри все поет. То немного не до красноречия. Ну, как поет тогда? Силу придает огромную. Вот. Когда иду по земле, прям каждый шаг сейчас ощущается. Наливается тело сила. Прям аж костыли в сторону и идешь. Результат к весне вот прорезался очень сильный. Давай.
То же самое. Отлично. Очередь. То есть тело — это природа. Весна расцветает, весной все расцветает, и у меня так пошло. То есть зимние тренировки сейчас пошли в рост. Вот как расцветает листочек, разворачивается, так, такое ощущение и у меня. То есть я наблюдаю, как сейчас, скажем, растение выходит из земли. Вот оно согнуто, и оно выталкивает и идет. Такое же внутри ощущение у меня, как будто вот я листочек, я вот разворачиваюсь, вот, и подставляюсь жизни, подставляюсь солнцу. Вот такое. Вот хорошо. Такое ощущение.